Привет, ребята! С вами Мишутка и рубрика «Слова ловушки». Хотите узнать новое выражение и произнести его в нужный момент? Вижу, что хотите. Как вам такое? Ходить гоголем. Как думаете, что оно означает? Когда мы слышим «гоголь», мы, конечно, представляем себе писателя Николая Гоголя. Может, дело в нем? И ходить гоголем значит носить прическу, как у него. Ну, конечно, нет! Гоголь – это не только фамилия, но и название птицы. Утка такая. У нее важная походка, грудь колесом и всегда гордо поднята голова. Поэтому, когда кто-то важничает, ведет себя самоуверенно и даже напыщенно, про него говорят «ходит гоголем». Кстати, фамилия писателя тоже произошла от названия этой утки. Но не подумайте, заносчивым он совсем не был. И вы не будьте. Уверенность – это хорошо, но в меру. Удачи! Не попадайтесь в слова-ловушки. До новых встреч, ребята!